Всем привет, друзья! Сегодня 13 января, утро. Пришел в курятник. Сегодня буду делать дезинфекцию, уборка, чистка и дезинфекция. Взял интересный препарат. Сейчас покажу. Вот такой вот этот раз взял препарат. Едоклин. Получается, он идет для разных вещей. Свинарники, пташники, крылевники, всякие хлевы, вольеры даже для собак. Но самое интересное то, что он помогает от многих инфекций и тому подобное. И вот именно им буду я сейчас дезинфицировать. В аннотации пишется, что в это средство борется с бактериями, вирусами, грибками, паразитами, личинками, мух, абсорбующая дия, поглиная всякий запах, вологость там, тому подобное. Так, профилактика захворивания птиц, всякие хрипы, кашли и тому подобное. Стабилизирует микроклимат и обеспечивает належність санитарно-гигиенічного стану приміщення і тим самим повышає уровень виживаемости птиц. Ну так вот. Короче, вот такой вот. Для чего это надо, сейчас покажем. Скоро будет начинаться племенной сезон. Будем ставить инкубаторы, если положение позволит. И вот этим препаратом обсыплю весь курятник, просто им легко обрабатываю. Нужно уменьшить микробную нагрузку в курятнике. Сейчас сыро, дожди идут у нас. Хочу обработать. Ну вот сейчас начну убирать. Ну что, поехали. Вначале выпускаем курей. Курибки на улицу. Цып-цып-цып-цып-цып. Давай, выходите. Надо почистить. Дожди жизни не дают. Дверь подпереть. Давай, выходите. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Сейчас они выйдут, я поубираю все. Все посыплю. Вот так. Давай, выходи. Не сильно они хотят выходить. Это что, карлик они тоже тут? Короче, вот так оно получилось, обработал. Делаю это для того, не для того, что куры больные, птица у меня здоровая, сразу говорю, а для того, что снизить микробную нагрузку, связанную всякой инфекцией, бактериями, бациллами и многим другим. Сейчас будет племенной сезон, цыплята должны быть здоровые, крепкие, чтобы не было никаких вирусов, болезней серьезных. Там на пакете пишется, что даже помогает от Ньюкасла, но это для голубятников очень важно. Хотя куры тоже такой ерундой болеют. Ушло не слишком много. Пишется, что раз в 6 дней надо делать это. Пару раз так. Ну, короче, в наше время сейчас сырость такая. На улице, конечно, морозы все продезинфицируют, а в курятнике вот я посыпал, побрызгал. Ушло не слишком много. Сейчас покажу, что осталось. Вот. Было вот так где-то. Ну вот сколько я ушло вот так. Ерунда. Нормально. Надо его закрутить, чтобы он не испарялся. Все. Короче, вот такие вот дела в курятнике. Проработал. Сделал дезинфекцию. Курочки нормальные, несутся. Оно сидят. Курица сидит. На ночь хочу гнезда продезинфицировать. Но на ночь, когда куры лягут спать, посыплю, продезинфицирую. Все. Запах такой стоит крепкий, как в больнице.
йодом пахнет. Так что вот такие дела. Все. Я набрал в ковшик из-под... Такой, как штукатурить из-под него. А, одно забыл сказать. Одевал респиратор, когда именно посыпал. На всякий случай. Я не знаю, надо, не надо, я одел. Так что вот так. Побрызгал. Что за препарат, где брал, тому подобное. Рассказывать не буду. Я в описании оставлю просто ссылочку. Можно зайти посмотреть. Это украинский производитель, поэтому... Заказать, я заказывал по почте, можно спокойно заказать. Все, ребята, куры сегодня благодаря дезинфекции вышли в огород прогуляться. Сейчас посмотрим, что они делают. Вон они бегают, болото стоит, но они роются, что-то бегают. Ну, ничего, сегодня у них как бы каникулы. Показатель здоровья птицы — это петухи должны петь, прыгать на куре и быть активными. Курочки веселыми. Вот такие вот дела. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. До свидания.